Мир вам. Слава тебе, Господи. Так, сейчас я. Сейчас я. Так. Так, слушаю. Добрый день. Добрый. У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Мы не против. Давайте дальше. Вот, звоню сейчас по вопросам, которые, когда посмотрели интервью, многое осталось недосказанным. И хотелось бы вот услышать все-таки досказанные ответы. И уже в более таком пространном виде, чтобы не осталось больше таких вопросов. Поэтому начнем. Давай. С вопроса. Слушаю. Алексей вам задал такой вопрос. Он сказал, что помимо материальных ценностей и корыстей, которые человек может иметь, есть еще и другие ценности. Он как бы лично к вам это обращал, то есть тщеславие, говорит, например. То есть не питаете ли вы тщеславие из того, что вы делаете? Вот такой вопрос. Но какие это ценности и тщеславие? Как это понять? Как соединить? Ну вот, человек, к примеру, он это все дела делает не ради Бога, а ради того, чтобы стать известным человеком. Ну, чтобы его хвалили. Вот это как раз относится к тому, кто это задает. У него ничего нету, кроме вопросов. Нигде не работает. А как можно задать ко мне, если я не просыхаю каждый день? С молодежью продолжаю пилить деревья, таскать землю. И у меня тщеславие, я думаю, ноги когда нести. А какая мне слава в этом? Я в навозе там или выбрасываю из свинарника навоз. И что? Они не знают, куда эти слова прилепить. А все это от безделия, раз ничем не заняты. Почему вот это слово никогда не приходит на ум в деревню? Его никто не знает даже. А почему он по завязку загружен? Тракторист, надо что-то неладно отремонтировать, горючее, пылище такое. Он будет думать тщеславие. Ему хлеб надо выращивать. Это где-то еще может тщеславие. Там Емельяненко борется, друг друга лупит, пинают. Он ничего не может делать. А когда человек дело делает, ему дела нет никакого до этого. Это ежедневная его жизнь. Он еще будет думать о тщеславии. Держит две лошади, три коровы. Иди накоси травы, когда ее нету. А приходится в горах на себе буквально вытаскивать из ущелья. Я бы чем, конкретно ко мне, а чем бы я тщеславился? У меня ни звания никакого нету, ни кафедры. У меня абсолютно ничего нету. Это я, ну, говорю, чтобы знали. А какое у меня? Никакого звания. Я работаю. Работаю каждый день, сколько работал, 40 лет печником, в саже, в глине. Я буду тщеславиться. Никто и не знает, что я делаю, кроме хозяина. Перед кем тщеславиться? Еще, когда я каждый день делаю одно и то же. Другой шьет. Как это? А вот покрасоваться, одеться, выйти, там артист, он ничего не делает, вот сыграл роль там. Ну, а дальше еще, дальше наркотики пошли, как у Высоцкого. Ничего не касается даже. Как отцу Владимиру Головину задали этот вопрос, говорит, а чем бы я тщеславился-то? Начал, помнишь, как он перечисляет по порядку всех, и до меня добрался. А я-то это за собой и не знаю даже, нужды нету. Каждый день меня гвоздают сверху и снизу, с боков. Минуты покоя нет. Даже думаешь, который, ну, едущий мой хлеб, с которым ходили в Дом Божий, поднял, говорит, на меня пету свою. Да вы-то это испытал. Разделяли искренние беседы. А он начинает клепать, там то ролики против делает, то молвы распускает разное. И Господь укорачивает, даже думать некогда. Да если ты еще будешь знать, что у тебя есть оружие такое, тебе вообще никогда никого дела нету. Узнал беду сейчас в моей молитве, Алексей. Вот им они когда делают, тут много разных вопросов возникает. Вот. Он где-то проговорился, там слышал, что директор. То есть он не один, над ним директор есть, как поняли наши, это мне говорят. А раз где-то еще доплатили деньги, это в один конец где-то он, так сказал, 18 тысяч. 18 тысяч. Это мне надо ровно
4 месяца, чтобы в Москву слетать, 4 месяца не пить, не есть ничего. И теперь что? Как это показать? Там какие-то люди, столько тысячи там этих отзывов дают, и хвалят то другое. У меня ничего этого нету. Если человек, вот сейчас одна написала, вот она, я даже могу просчитать ее. Сейчас, минуточку, гляну, здесь она или нет. Вот, ну, она была когда-то у нас, да. Вот она пишет, Наталья Чернова, она с сынишкой Илюшей была. Мир вам, Игнатий Тихонович. С огромным удовольствием смотрела ваши ролики с А. Шахматовым. А еще более с вашими комментариями. Каждый раз поражаюсь и учусь у вас, как вы любите людей. Восклицательный знак. Может, это и не всем видно, я прям сердцем чувствую любовь, исходящую от вас к человеку. Еще раньше хотела об этом написать, когда в рулетке вы лежащих мужиков пытаетесь оторвать от диванов. С какой нежностью и твердостью одновременно вы их вразумляете. Учусь у вас. Спаси вас, Христос. А я только один вопрос задал. Будешь ли у нас летом? Ну вот, еще бы я от чего тщеславился. Я этого и не вижу, и не знаю. Вопрос простой. Ну, а как перед Богом? А перед Богом мы молимся в ведении, неведении, в уме, помышлении. Надо, чтобы чем-то было, как отец Владимир Головин сказал, было бы чем гордиться-то. Это понятно. А тем более я сейчас нигде не вылажу, сижу только здесь. Глаза прожигаю. Когда говорили, на углах улиц останавливаются, молятся, тут понятно, что получить похвалу. А если ты видишь, что на тебя злится и может что-то с тобой сделать, то тут это по-другому выглядит. Не молитесь. А я сижу в кабинете, вызвали меня в лагере. Рядом сидит, чтобы не крестился рукой. Я тоже перекрестился. А он РОР, режимно-оперативный работник. Долутбаев, зверь настоящий. На него сколько покушений было, он то в окно выскочит, то еще как. И он ударил меня по руке. Он ударил так вскользь, не больно, ничего. А рядом сидит политотдел. Там капитан Кудеринов или Кудеяров. И он ему по-своему, по-казахски, что-то быстро сказал. Тот сразу руки опустил, на меня так воззрелся. Но я понимаю, что он сказал. Он сказал, из КГБ был майор. Специально показал на этого человека и сказал, пальцем не трогать его. А они знают, что ему башку сразу свернут. И он сразу, так вы по-славянски считаете? Я уже на него и не гляжу. Какое тщеславие, когда меня убивают тут? Это же надо маленько так думать, о чем говорить. Тщеславится, распуфырена, артистка, ей надо показать, руладу взять другую. И понятно, о чем он. Там гремит цепями Высоцкий закованный, где был мещица по сцене. А мне не надо совершенно это. Я делаю свое дело, дорогу, рыбачим, пруд. Вот сейчас только батюшка позвонил, как вода течет. Там не прорвало, а смыло где. Володя там один сейчас делает. А я бы думал. Так, минуточку, сейчас я позвоню. Говори. С миром. Мы расстались хорошо, но он уехал когда и до дома не доехал, вот уже в Москве, где-то, ну, рядом машины идут, где-то дорога видно, что. И начал писать ролик. У меня, говорит, никогда этого не было такого. Сейчас я могу даже это прочитать. Да. Ну, так тут что думать надо, что это означает. Вот, сейчас где-то тут у меня добавки. Да тут еще что-то есть. А что, я даже-то не знаю еще пока, как это выразить-то. Вот он об этом пишет, теперь там, уже на месте, когда приехал. И говорит... Он пишет, я выделил это все. Так. Постой-ка, интересно тут, потому что далеко уже залетело, и мне надо смотреть. Вот, кавычки открывая. Он говорит сам себе на камеру и говорит, там в машине сидит. Мне никогда в жизни так не хотелось материться, блудить и сквернословить, как после визита в Барнаул. Вот понимаешь, что как хочешь. То есть он говорит, признает сам, блудная жизнь, жил, менял, женился, разженился. Это все говорил он. Но никогда в жизни так не хотелось. Один вариант такой, что тут его заблокировали на целый день. И адреналин у него хватал, подошву вырывал из-под него, говорится. Пуговки отлетали.
Никогда не хотелось мне так блудить, материться, подумай, я таких слов даже не слыхал. Это понятно, это одержимость, одержимость. Это демоны тут, главное, он ничего не может сказать-то. И это демоны просто бунтовали. Хорошо, что хоть живой остался. Если в жизни никогда не было, с людьми встречался, и прошлая жизнь такая, если... Где же был-то? В секс-индустрии служил, образно сказать. Вот, ну а тут вот такая история. И он даже говорит, смотри, тут пишет так, какая слеп... выше возьму. Прямо представитель великого инквизитора наяву, пишут. И имея пророчество Достоевского, они делают именно точь-в-точь по нему. Какая слепящая неудержимая сила их влечет за собой. И все пытаются вырвать из рук Библию, ту веревку в кавычках, которая не дает человеку провалиться в это бесовское болото. Просто война против Слова Божия идет. Они уже визжат, кавычки, прекрати цитировать Библию восклицательным. Мы так не можем... Восклицательный. Мы ничего не понимаем. Он фактически эти слова говорил. За голову взялся во время занятия. Ты же был? Ну, видел. Ну вот. Да я все это сказал. Причина-то какая? Блуд сжигает мозги. Да. Так он мне пишет, ну вот ты понял, значит, какое состояние, ничего не знаю. Но я ему только что-то через знакомого, там есть Вячеслав Семенов, и я говорю, передай ему, что мы его ждем, чтобы на лето на 3 месяца приехал, пожил. С сыном и все как положено. Ну, да, конечно, я говорю, ну условие одно, он тут курить через... Оказывается, тут, когда был в храме, так он выскакивал на улицу покурить. У него там легион этой огня. Его Сергей сопровождал. А потом, когда выехали в парк-то здесь, на Горный, то он в открытую курил, сидел и... А? Да. Прямо на скамейке сидел и курил. Ну, все понятно. Ну, вот такое дело. Расстались хорошему, встретились по-хорошему, а отзывы нехорошие. Ну, я его выдал на 1-е место сейчас в молитве. Так что, с Богом, с Богом. Видишь, как заботятся. Вот, это да. Господь дал это. И главное-то, что ты держи в себе. Никаким образом я его по-другому не рассматриваю, как который был здесь. А дальше, что-то он там, вонь какая-то, что-то. Он раз 5 меня обнимал, он обнимал, я его ни разу не обнимал. Когда он обнимал меня, естественно, я протягивал руки. И что он это имеет в виду? Какое? Зловоние-то от него идет. Прокуренные. И тут все какое-то такое нарочнишное. А я думаю так. Тот, кто финансировал, и они специально избрали, какая студия называется, секта, и вопросы все под это подгоняли. И он прям видится, к этому как разгнул. И вдруг он приезжает домой, впервые командировка не выполнена. Ничего нет, не доказано. И тем более самое ценное, что когда разговаривал, на интервью брал, а в это время у нас на 5 аппаратах снималось. Я выставил свое, Сергей свое. А они похожи, с одной позиции почти все. А ему-то надо было привезти там, может быть, вырезать, будут склеивать. А тут как склеишь, когда целиком все выставлено-то? И поэтому его ситуация в данном-то случае, ну, не позавидуешь. Те, кто дает деньги, не считая, конечно, тех, кто по интернету переслал, они умеют их спрашивать обратно. У меня был такой один. Приезжал к нам в лагерь Черняков Александр Тихонович. И он хорошие статьи писал. Для Слова Божия нет уста, между колоссев и звезд, заголовок такие в конце статьи. Вот. А потом я вижу, он на вокзале, на перроне там стоит, и увидел меня, поздоровались. А я гляжу, он такой печальный, говорю, что, Саш, заболел? Да нет, говорит. Ой, не могу ничего, говорит. Заказали масоны из Великобритании против меня статью. Я, говорит, 2 недели пишу и ничего не могу написать, а мне деньги-то дали. И включили счетчик. И он бежал, и 10 лет никто его не видал и не знает.
Я вот почему делаю. Это опыт. То, что я говорю, это кто скажет, если не было? Они к каждому слову прицепляются. Почему я очень широко, пространно разъяснял протоколы сионских мудрецов и какую власть имеют масоны, и как ставят, и прочее. А это их центр. Радиостанция «Свобода» заказала. Не знаю, писал или нет. Написал, нет. Он писал статьи хорошие, а теперь дай отрицательно. Он еще не может написать. А что он скажет-то, когда ничего не было? Так и здесь. Ему надо было материться. А почему? Ты слышал здесь матерки? Нет. Был на литургии? Да, был. За стол молились и за стола молились. В парке были, мы вместе молились. А откуда матерки-то лезут? А теперь дальше сам рассуди. Сколько их там в тебе сидит, этих шуриков? Это одержимость. Одержимость, притом, буйная и бурная. Вот и все. Ну да. Но многие, видите, одержимость считают за такое прямое беснование. То есть они думают, что его будут, человек, сам будучи одержим, будет чувствовать это. То есть что в нем какая-то чужая воля что-то движет. А ведь когда это постоянно делаешь, у тебя воля срастается уже с бесовской волей. И ты это не чувствуешь, и ты не можешь себе это распознать. И вы когда говорите, что одержимый, он на себя смотрит, ну как я, говорит, одержимый? Я же своей волей это делаю, по своей воле. И не принимает, ну не каждый примет эти слова. Хотя это так и есть на самом деле. А как тебе имя? Легион. И они разговаривают. Прежде времени пришел мучить нас. Позвольте в свиней войти. То есть много свиней. А злой дух вот выйдет и бродит, и берет семь злейших и поселяется в нем. Мария Магдалина избавилась от семьи. А что, у нее все время горел огонь блуда. Она не смотрела, кто это, кучер или князь. Вот здесь такая же история. Ему ничего нельзя сказать, кроме того, что душу его впервые Господь потревожил. Был он у священника, где говорил, он себя чувствовал там, как представитель Москвы, элиты, как он писал-то тогда, назывался у него там, как ролик-то назывался у него, московская богема, что ли. А тут оказалось, ничего нету. Любая сидящая бабушка выше его. Больше понимает. Ну и понятно. Каково это? Да. Это, конечно, он такому не готов был. Никак. Он совсем не приготовился. Да. Никак не приготовился. А тут с одного удара все смазалось и нет ничего дальше. И... А что он скажет вот это? Ну, да другой вопрос давайте. Да. Ну я еще думаю, что. Сейчас и другие вопросы пойдут. Я думаю, что здесь ведь, понимаете, тут он столкнулся с мужиками, с мужчинами, патриархальный строй. Там ведь что в Москве-то? Там уже одни подкаблучники. Там такого нету, что там, как у вас. Это же тоже надо иметь. Так, то есть, не каждый это тоже так с первого раза это выдержит. Столько мужиков, которые прямо говорят, так вообще не принято в миру. Вот как вы говорите, я вам сразу говорю, это вообще не принято. Напрямую говорить человеку его грех, это как великое оскорбление. Да ты можешь что? По сыну-то сейчас что? Говорят, как вы могли открыть? Чего открыть-то? Сергей задал вопрос, не отблудали это ребенок болеет-то? Когда ученики шли, спросили Господи, он или родители согрешили? И что, оскорбились что ли? Господь ответил, не он, не родители, он мог так ответить. Но вряд ли он так ответит, потому что он, когда рассматривал седьмую заповедь, он вот так морщился, виноват там, прелюбодействовал, да, изменял, да, вот так вот сидел. Да ты же перед всем миром сказал, какая тебе может быть обида-то? Мы своих слов берем. Это сделал он очень хорошо, но дальше-то не просто сказать надо, а теперь искоренить это надо, других научить не делать. А этого-то как раз нету, все пошло по-другому, наперекосяк. Вот как в интернете, бывает что-то раз и выключилось, и надпись, что-то пошло не так. А что пошло не так? Ну, я ничего не добавляю, кроме того, что эти слова-то надо объяснить. Хотелось материться никогда в жизни. Так, блудить не хотелось. У меня один приехал тут и стоит вот так вот на носке, и потом на пятки, во время службы-то. На носке, потом на пятки. Ну, бывает так, перекатывается. Ну, и кто еще? Еще никто. Ну, когда вышли? Я ему говорю, а зачем ты так делал? Чего делал? Ну, перекатывался вот так вот. А что, нельзя? А ты не знаешь, что такое? Это блудная лихорадка.
Он говорит, а как вы узнали? Я всю службу думал о бабах. Вот и все. И он и не стыдится сказать, что это именно он. Он у нас бывает даже на занятиях. Ну, тогда следующий вопрос. Да, пожалуйста. По количеству подписчиков. Он вам сказал, что у вас подписчиков меньше, чем у него. И вот это результат есть вашей деятельности. Да я как раз. Ему от этого жить, ему за это жертвовать, а мне нигде ничего нету. Я здесь не получил за все время, вот 10 лет, ни копейки ниоткуда. А что-то есть, там администрация там эти диски купит или что-то есть, только что-то есть. Я за расписку дал, никаких претензий нет. У меня нет ни от чего. 9 лет невылазно сидел с книгами, писал. И ни копейки нигде мне ничего нету. Из тысячного экземпляра 650 только в дальние поездки. Рядом только селение около нашего. 30 тысяч раздали только Евангелие. У нас разный подход. Для меня каждая буковка несет радость и сияние, как радуги. А я ему привожу, около 78 мест привел Писание, разговор, он ни одно не воспринял. Как будто его и нету. Это совершенно чужой человек для христианской возрожденной жизни. Абсолютно. Вот тебе и богема. Ну, он как бы типичный представитель. То есть это не то, что какой-то отдельный. Пускай просто типичный. Делает, но главное то, что зачем тянуть к причастию-то? Они сделали его, оттолкнули на смерть. Многие больные немало умирают. А как он может рассуждать, когда он стоит о табаке, думает? Здесь он не мог ничего делать. Он еще не сказал, как хотелось курить ему, а хотелось сквернословить. Хотелось, значит, ты знал этого. Мне 80 лет, я еще ни одного матерка не сказал. А ему прямо разрывало его. Значит, демона мы там все-таки задушили в нем. И он теперь домой-то, когда приехал, и все это встал, он ему, давай говори, давай, ты приносил доход своим этим, ну, которая шла там вещуня-то, кричала. Все человеки возвещают путь спасения. Он эти слова и сказал, а потом хотелось никогда в жизни. Никогда в жизни ему так не хотелось. То есть он вырвался на свободу и, может, в этот день и оскоромился. Но мое отношение ни грамма к нему не изменилось. Вот как я его встретил, такой он передо мной стоит. А все остальное проделки дьявола. Конечно, конечно. Это... Вот такой вопрос следующий. По поводу общины вашей. Вопрос там не был раскрыт, то есть вы не смогли ответить. Я вот так сформулирую. Община, согласно письму, который этому Дулевичу-то отправили, община не относится ваша к РПЦЗ, а Яким Лапкин не имеет благословения на служение. РПЦ, ну, то есть Русская Православная Церковь Московского Патриархата и Русская Православная Церковь за границей договорились. И в результате договоренностей Русская Православная Церковь за границей больше не имеет права иметь свои приходы на территории России. По бумагам так и происходит. Однако вы, согласно письму митрополита Сергия, состоите в молитвенно-каноническом общении с Московской Патриархией. По так полной как вам... программе, как он говорит, да, полноте. Да. Так как к вам приезжает архиерей, то есть Московской Патриархии, служат литургии, где поминается патриарх. То его надо, и священники, которые служат, всех отучать, да, надо, согласно. Ну, то есть люди совершенно обезумели. И он решает там какой-то, прости Господи, сопляк, слюни распустил. Нет. И батюшка нет, неблагодатный. А архиерей снимает с себя крест с украшениями и брата награждает во время литургии. Я такого не слыхал даже. То есть это, ну, вот, нельзя выразить, какое отцовское чувство любви. А какой-то, ну, сидит, вякает. Почему? Он имеет общение с синодальным, с этим, миссионерским отделом. Там собрались именно такие, как уголовники. Вот они первого сожрать, все кидаются со всех сторон. Еще не доживали. Теперь на Андрея. Им все время нужна работа. А работа одна только. Кого где можно завалить? И для этого Дворкин поставлен. Это же все от сатаны. От Бога ни одного миссионерского отдела быть не может. Их ни Христос, ни святые отцы не создавали. Христос посылает 12, по 2 написано. Новых 70 избрал по 2. Кирилл и Мефодий идут по 2. Моисей и Аарон идут по 2. Что непонятно-то? И мы ездили 2 человека, ну, не считая возницу и собаку. Ну, понимаете, это представление, оно не вмещается как бы в людях. Это системно как-то надо объяснить. Вот не вмещается то, что по бумагам вы
как бы не состоите нигде, а к вам московский, то есть и архиерей московского патриархата ездит. Но это не... Интересно. Почему? Интересно, я понял вопрос. Когда на меня большие тут гонения были, лагерь, 15 комиссий за лето, в 98 году. И вот приехал зам прокурора края, мне кажется, полковник. А я их не запустил в лагерь, а они наружу стоят. А мы сидим, занятия ведут, они об ограду облокотились. И, ну, мы можем сказать, что у вас лагерь уже опростался, дети уехали. Да вот они, я говорю, сидят. А им надо дать уже отчет, уже дали. Ну, можем сказать, что они в пути едут уже. Какой путь они сидят, вот они играют. Ну, уже видите, у них не выполнено. Дальше они израсходовали весь запас, ничего больше нету. И эти, где написано, в каком каноне или где-то, что видит волка и бежит пастырь. Пастырь-то убежал, а волки, а овцы-то остались. И волки, это волка задушили овечки, давай бодать и убить. Ну, где есть такое, чтобы за это осуждалось? А он сидит, вякает, и ему никто ничего не скажет. Он изблевал, а теперь люди это глотают, эту блевотину. Он решает не просто что-то, а благодать. Благодать – это бумажка, на которой расписался табакур. Какой-нибудь гомосексуалист расписался. А какое отношение ему имею? Никогда патриархии мы не были. Община образованная от русской православной зарубежной. И на два, которые предварительно были у них, там всероссийские съезды, все зарубежные это. Брат мой, отец Ахим был. Они не давали ничего записывать. А речь шла только о каноническом признании друг друга. Ни о каком единении не было. А теперь они там делают, решают, Путин подмахивает им, или как там кто. Еще могу это сказать. Это ваши игры, играйте. Какое это отношение имеет к моему спасению? Что отлучит нас от любви Божией? Скорбь, теснота. Это тесноту создали. Павел это выразил. Разговаривать-то не с кем. Но они понимали что-то не то и попросили меня ролик не выставлять. Не выставлять, там, на три, что ли, месяца. Я его потом гляжу, нет, они его украли. Украли, и на этом все. То есть это бесчестные люди, это настолько далекие от Христа, от церкви. И они там решают. Отец Владимир, он не священник. Вот там этот Георгий-то сидит, мямлет. И вот теперь Георгий Валентинович... Я спрашиваю сразу, почему католики, греки православные за 2000 лет ни одного сана не сняли? Почему? Они запрещали в служении и все. А здесь такой статьи нету снимать, нету даже нигде. Ну, извергнут же есть такая статья, извергнуть из сана. В канонах же есть там... Ну, как кто... оно говорится, что значит извергнуть из сана? Ну, там же, как сказано, допустим, крестил неправильно... Извержен, да будет извержен, там же так он сказано. Будет извержен. Извержен, то есть он не будет этим заниматься. А, то есть оставался, это значит... священник остается. Меня можно наказать за измену, но жена венчана, она остается женой. Блудница или я блудник. Семью нельзя, пока мы сами не сделали этого. А мы этого не делали, значит, никакой вины нету. Он отказался, бежал, его там нажали. Ну, давай запишем, что нету. Как вот в лагере, скажем, детей нету. Ну, община есть. Да я знаю, есть, но требует бумагу. Они не знают, что делать. А мы избрали самую правильную тактику. Остались те же и признавали. А мы и раньше признавали. А на нас нападали те, которые здесь, в России, от зарубежной церкви-то. Да вы знаете с этой сергианской, предательской, там прочее. Ну, знаемся еще. Они первые маханули туда уже, только зашумело. А мы как стояли, стоим прямо. Мы никому не обязаны, они нас не созидали. Ни от зарубежной церкви мы не получили ничего. У нас нет ничего. Так они давай батюшку душить, вплоть до нарукавников. А у вас антиминс, вот мы вам давали, вы должны вернуть его. Какой там, попнуть или кто в этом, в московском патриархате. Батюшка ответил, вы мне не давали ничего. Они не давали, они забыли. Я уезжал, когда из Нью-Йорка, меня к себе туда позвал, в свою палату, митрополит Виталий, вот так, как у вас наушники, вот так у меня на шею антиминс один за другим вешали. То есть мы могли открыть с добрый десяток общин, и где везде был бы антиминс. Теперь мира, который мажет меня, ты, батюшка, я вас тоже не брал, ну и они отстали. То есть задушить любыми, почему, сергианство. Церковь раскрепощена была от этого давления, когда считают? При митрополите Сергии в 27 году. А вот она тут и сделалась главной рабыней. Отказаться от всех мучеников, от всех исповедников. Такого в истории мира не было. Кого бы ни арестовали? Предатель.
он нарушал наши лояльные отношения с государством. Меня когда судили, священники так и говорили. Прямо. То есть у него дядя там в уполномоченном работает, а я при чем тебе здесь? Мы не восстаем ни против власти, но и лизать им не будем. Мы делаем свое дело, идем по этапу. Они по заграницам разъезжали. Еще год-то 86-й только был. 86-й, еще время было. Так что никакого отношения эти записки, что они там перекидывают. Он ответил правильно. У них в списках нас нету. Ну и что? Но вы зато есть теперь в списках Московской патриархии, насколько я знаю. Хотя вы это не признаете, нет, но вы... Это... Нет, нет, нет. Мы в списках у них не существуем. Московской патриархии. Никак. Они над нами, Московской патриархии, никакой власти не имеют. Ни отлучать, ни прилучать. Мы к ним... Но они могут также на иговит, свидетелей Иеговы, на мормонов накладывать прещение-то. Им не до этого. Украину отхлестнули. А я все годы говорил, дайте автономию. Дайте им автономию. Теперь все кончилось. Весь поток пошел туда. Они не умеют руководить ни собой, ни людьми. Потому что вот эта людоедская их политика любыми путями загрызть отца Владимира. Ну еще, а он сидит и остается тот же самый. Уничтожь ресурсы. О куда. Понятно, что. Пока есть отец Владимир, то на этом фоне они понимают, что они не состоялись. Но самое-то главное, что он полностью подчинился всем законным требованиям. То есть он не служил. Как только ему запретили, он больше не притрагивался к служению вообще никак. Да. То есть, что законно к нему... Он больше не проповедовал самбона, ему же запретили. А все же это законно можно запретить, то есть имеет такую власть епископ. А допустим, ресурсы удалить, тем более частные, такой власти епископ не имеет, и соответственно нечего там даже было, не перед чем смиряться-то. То есть нет такой власти просто у епископа, как запретить человеку, тем более частному лицу, это даже не его же ресурс, а частные вообще, запретить их выкладывать. Книга у меня к истинному православию. Там материалы есть такие о слове, чтобы на русском языке служить, о благовестии, о военной службе, что верующие не имеют права убивать. Но архиерей на нас обиделся и, значит, батюшку запретить служение, а меня отлучить совершенно. Я сразу всем объявил, если будет, я сразу в коридор выйду, буду стоять. Но в университеты, в школы, в полицию, в воинские части, на радио, где я вел там в то время уроки, он не властен. Он ничего не мог. Так он пришел сам на занятия в университете и забыл все, и записывал, сидел. Я могу сказать, такой книги, как у меня, к истинному православию, ее нету просто нигде. Нету. Списывать с нее списать можно, а создать подобное нет. Они бесталанные совсем. А почему? Потому что где Дух Господень, там свобода, они рабы. Рабы епископские. А я совершенно свободно с ними разговариваю, и они меня не стращают, ничего. Следующий вопрос. Да. Вот Алексей обратил внимание на мелочи. Он сказал, что это все мелочи, борода, поясок. И вот они... И лопатка, то есть, лопатка. И лопатка, да, вот эти все мелочи. И они якобы закрывают все главное, остальное. Так, ну хорошо, давай конкретно говорить. Речь идет ко мне. У меня это все есть. И пояс есть, и лопатка. Как и где мне закрыло, теперь покажите. У тебя этого ничего нет, у тебя закрыто, веры никакой нету, Библию вообще, он хоть ее сегодня сожги. А мне вот это все помогает сдерживать себя. Ну, солдату зачем эта звездочка, зачем погона, зачем это все ему нужно, еще петлицы. Ну, с первый день переодевает, и мы не удивляемся. У монашества надевает форму, у нас в храме форма, посмотри, как женщины одеты, как девочки маленькие. У старобрядца полголовы открыто, если она не замужняя. А у нас даже на руках девочка, ни одной волосинки не видно. Как помешала мне моя борода? Он говорит, да, борода какая? Моя. Теперь покажите, где и как она мне помешала. А если нет, то ложь, а ложь от сатаны. Ни один человек мне не покажет. И наоборот, мне это открывало. Вот сейчас даже в рулетке в этой. Здорово! О, Лев Толстой пришел. Кто еще что-нибудь скажет? Здорово, борода! Я сразу говорю, здорово, безбородый-то. Заулыбался. Давид в земной Иерусалим не запустил, когда полбороды обрели. А мы идем в небесный, что тут доказывать? Ну и что? Он назвал борода поясок. О поясе написано там, сто, кажется, 8 раз в Библии. А распоясаться только один раз. Эти слова брошены были Рабсаку, который оккупировал, в осаде держал город. Но наутро все было уже кончено.
Ангел вышел, 185 тысяч опрокинулось. Так, ну а лопатка? Лопатка — прямое указание в Библии написано. Возьми и загрой испражнение. И причина не та, что кто-то наступит. Ибо посреди тебя ходит Господь. А вам это не нужно, вы все везде загадили. Среди вас Господь не ходит, там сатана пир правит. Я этой лопаткой-то им огрею не один раз еще по заднице. Мы нигде ничего после себя не оставили. Потому что посреди нас ходит Господь. Это касается тех, где Господь ходит. А вы против? Ну, торговля. Торговля в храме идет, почему? Христос еще туда не пришел. Потому что он выгнал их. У нас вот 27 лет, и ни разу с тарелкой не прошли, ни разу не продавали, и свечи горят восковые. Мы, ну, 2.18, Иакова говорит, покажи веру твою без дел твоих, а я покажу из дел моих. Почему они их так бесит, когда я говорю, вот, сделали? А Павел не боялся сказать, я более всех потрудился, более истечения народа, он все перечисляет. Почему? Людям показать, что можно это делать. И это радостно. Город не может укрыться. Он на вершине горы, и светильник ставят наверху. А как говорится тайна? Ну, где тайна, там я знаю, где тайна. Тайна, тайна, где надо оторвать, подать. А это делаешь, как я буду тайно делать? Это и так видно, вот земля получена, вот строим деревню, вот приезжают дети, вот я с ними занимаюсь 45 лет. Вы найдите мне одного человека, который создал лагерь православный, со строгой дисциплиной, пойдем в 5 и проще одного за всю историю мировую, который бы занимался с детьми и бегал, и купался, и учил всякому труду, и распознавать травы и деревья, и все абсолютно. 45 лет. И в это время буквально убивает безбожное государство. Одного покажите, я поеду к нему опыт взять. Я делаю с нуля, мне смотреть некому, некуда. Я по литературе узнаю, какой лагерь, как работает в Японии, в Новой Зеландии, в Австралии, в Америке. И все самое лучшее выбираю себе. Ну, я в Америке ездил по скаутским лагерям. Они ничего показать не могут, у них ничего нету. Есть только один длинный, ядовитый, поганый язык. И этот он ответит. И Слово Божие об этом говорит. А мне за ними смотреть некогда, у меня времени совершенно нету. Давай дальше. Ну, вот вы закрыли лагерь. Расскажите про лагерь, что сейчас с ним, в какой форме он, и сохранились ли вот то, что было в лагере том, вот в новом состоянии лагеря, сохранилось ли это, и как можно туда отправить детей? Да очень просто. Лучше всего, чтобы с родителями были. Дело в том, что когда они нас напали, это было 3 года назад, теперь уже 18 июля, то мы все это засняли, как дети бегут из лагеря ночью, а мы тренировались до этого, как видели, как. И все, говорит, пошло как по расписанию. Классно вообще, там классно. Все показали, какие вопросы задают, все. Но они-то ничего не могут показать, они не бесталанные. Почему? Потому я говорю, где Дух Господень, там свобода. Ну и дети бежали, впереди молния сверкает, гроза, и они туда бегут. Это боевик какой-то. И дальше они оббили вокруг деревни, с другого хода зашли детей по домам. В следующий день, 19 уже июля, я попросил собрать деревенское собрание, я объявил лагерь, расформировываю, не закрываю. Полностью расформировываю. Волонтеров распускаю, детей распространил по домам. Теперь дальше. Будем покупать дома, кто-то уезжает. И в этих домах будем находиться. Но только будет лагерь, слово исчезает, а просто приехали в гости. А весь тот же самый распорядок, так же стою, та же гимнастика, так же моление, так же в церкви. Вот и все, приезжайте. Большая семья, у нас возможность есть дать отдельный домик. Живи, хочешь работать, работай, там сени надо еще пристроить. У нас есть что дать теперь. Ну, то есть по расписанию... Потому все так же и осталось, да? Только все теперь... Все так же. И обед, и соблюдение поста, и работа, и купание, и экскурсии, и ягоды собирают, и увозят куда. Вот нынче сделали экскурсию в соседнее село, там знакомый этот пчеловод Шерстобитов Павел Геннадьевич. Геннадий Павлович, да. И вот приехали туда со своими чашками, ложками, да сыто наелись меду, и он все рассказывал, как есть. Ну, в каком лагере можно это сделать без ущерба для кого-то? А почему он по-теряевски? Прекрасный мужик. А там он был директором одно время. И дети там все. И опять уехали тут на 2 машинах. Увезли всех. Что я могу сказать? Так что мы уже фактически, кажется, уже 3 года в таком формате.
Также вопрос поднимался, Алексей, про наказание детей. И вы сказали, что не жалей розги. Я вот хотел бы процитировать притчу, чтобы людям было понятно, что говорит Библия на этот счет. Притча 13.25. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его. Кто любит сына, тот с детства наказывает его. Вот я их люблю. Да. Родители, каждый расписывается бумагу у меня, стих с подписью, что согласны с физическим наказанием. А какое наказание? На чашке слоняется ложкой по лбу. И сколько был Бофрон за 45 лет, ни разу не ударил никого. Ноль за 45 лет. А в уставе это есть, почему ребенок должен знать. Это по закону, а это по милосердию. Дальше. Платочка нету. Она должна быть платочек. Его надо бежать до тополей и сорвать. Это физическое, ногами надо трудиться. А пока ты бегал, первая серия тебе уже не достанется. И так дальше. То есть у меня целая система наказаний была. И кто жаловались дети, никогда и не один. Сурово, конечно, я буду наказывать крапивой. Мальчик, девочку меньше себя на 2 года ударил палкой. Родители мне отдали девочку не для того, чтобы ее палкой били. Вот так что. Ну, говорят люди, которые... Даже Максим Степаненко тут. Я, говорит, взял, не знаю, 10 детей, что ли, говорит, на неделю. Я с ума с ними сошел. Это 45 лет. А в среднем у нас было каждый год 108-109. Вообрази. Это надо накормить, сохранить, чтобы было интересно. Они до 6 раз в день только купаются. Поврось, мальчики и девочки. Все синхронно идет. Туда идет только шагом, оттуда только бегом. Потому что озяб где-то, чтобы добежать и коснуться рукой, где они качаются сиденья. Ну, все абсолютно было рассчитано на это. Идем дорогой, допустим, луна. Ну, припоминаем, где про луну сказано в Библии. Все гвоздики, все проволочки, кирпичики, стеколки, все соберем. И поле помогали очищать. Они у меня работают, дети. А нам за это дадут сливок. Дети приучались к справедливости. Упало дерево большое, клен старый, его привезли сюда. Игорь его трактором, волоком. А тут начали пилить. Я гляжу, ребятишки, что они бегают? Гляжу, у них сот. Они распилили, а там в дупло, и в дупле пчелы улетели, а мед оставили. Какая причина, не знаю. Я говорю, ребята, назад вернуть все. Кто нашел это? Игорь. Давайте отделим ему половину. И сейчас же идете вместе. Это мы разделим поровну. А ему он привез на тракторе. Как бы не он не было, бы не было. Ну, значит, согласны. Дети это каждый день все видят. Ну вы потому что сами как ребенок, из-за этого понимаете, как ребенку-то можно сдать интересное и полезное. А ведь это все потеряно, это же у людей в миру, это потеряна вот эта простота детская. Вы даже не подозреваете, наверное, в каких тяжелых состояниях душевных находятся люди. Им просто это недоступно, вообще недоступно никак. Это они так где-то слышат, где-то пробивается там, но тернии все это заглушают. И все, им нет дела уже до этого. У меня коршуненок, я когда-то дрессировал птиц, и вот он нашли там, принесли, двух еще я отправил в город, в зоопарк, а одна выросла, ну, по-моему, самочка была. Ну, до того ласковая, отлетает ко мне, сядет около ног, а крылья-то 1.30 м. И пи-пи-пи-пи пищит, там ребятишки видят, ходили руками там ловили лягушек кормить, у него прорва растет быстро. А я приноровился, свиней там держат, крысы. Ловлю каждый день, обдираю, а он сидит рядом. Я голову-то от крысы отрезал, а он вот так вот схватил, 2 раза коснулся и проглотил. Не ободранную еще крысу головы. И она у него вся переварится. А дети-то все видят и помогают здесь. Ну, все это интересно, это нельзя создать. Так вот я сделал. Попробуй. А ты видел, как в колокол бьют, как они у меня бегут, становятся в ряд. Ну, как в армии. И главное, ежедневно мы разбираем до 4 раз, какие были случаи, не надо ли что-то выправить. У меня начальник приехал летного училища, полковник Акопян Сергей Живошиворович, армянин, и говорит, так у меня, говорит, в летном училище такого порядка нету. Ни хлебом не кидается, все чашку обязаны доесть и показать дежурному, а дежурный против стола стоит. Нам есть что показать. А которые кричат, то у них вообще ничего нету. Они начинают придумывать там, а раз дети, значит, педофилы, ну, разную гадость. Они, ну, рядом был бы, если можно в суд подать было, а что с него возьмешь?
По своему сердцу они придумывают. Да. Что сердце есть, то и выносит. Ну вот, такой еще вопрос. Такой, я, конечно, понимаю, что это как бы не от меня идет. Алексей его задавал. Но это на самом деле дьявол такие вопросы только может задавать. Если бы вам сказали, что вы спасете чью-то душу, и если, например, сбреете бороду, то как вы поступите? То есть вы спасете душу, если вам скажут, что вы вот сбреете бороду, и будет какая-то душа спасена. Вы это сделаете? Да нет, конечно. Вот я был в лагере, а там надо было бороду уже снимать. Тут начальник расположен был в тюрьме, Соломин Александр Семенович. Меня отпустили, а там уже ничего не сделаешь, прибыли. Ну, я протестую, я говорю, смотрите, ни Пугачева, ни Стеньку Разина не издевались так. Дайте мне срок другой. И усиленный режим вместо общего лагеря-то. Ну, никак. Простень-то расстелили. И священец, как помню, стрижет, а у него руки дрожат. А меня Аллах не накажет. Я говорю, да ты подневольный. А я сижу, плачу, слезы текут. Пришел начальник политотдела, стоит рядом. Они понимают, это не игра. И борода была собрана, с позволения и заложена в конверт. И я ее вынес сам. У меня две бороды. Одна лежит на полке, другая на мне. Вот так. А они еще могут показать, люди-то? Ну, ничего у них нету. У меня она истинная биография. Любой считает, и я, говорю, засчитался как. Тем более я все знаю. А это не просто выдуманные какие-то герои поступки. Это все зависть. Вот зависть, они сжираемые. Я их не трогаю, дорогу не перешел никому. Но они не могут от меня отстать. Ну, на бороду-то что так ополчаются-то люди? Почему именно на бороду? Объясните. Как объяснить? Вот, в первую очередь, это каким-то путем женщины связаны. Вот я вышел из вагона, еду, а проводница вышла. О, борода, а что ты бороду-то не бреешь-то? Как тебя жена допускает до себя? Жена допускает. Так жене да бороде то ли что? Она не за бороду выходила. Она против, чтобы я брился. А второе, я говорю, а почему вы бороду не отрастили? Так я женщина. Вот тебе правильно ответили. Говорю, я мужчина. Я мужчина, не импотент, не... Евнух, почему? У меня борода. Доказательство. Вот. А у Евнух она не растет. Вот этот Карелин, там Рафаил, выступает пи-пи таким голосом. На фоне там маленький такой какой-то Евнух или кто он? Не, это Рафаил Берестов. Берестов. Да. Это не Карелин. Карелин это другой, он в Грузии. Берестов. Вот так. Ну и еще. У него нету просто. У меня борода. И почему нападают? Ну, по разным причинам. Он даже неосознанно понимает, что он проигрывает. А отпустить не может, он боится. То на работе нельзя, то... И все вранье. Я на военном билете с бородой. На военном билете, 60-е годы. Еще, ой-ой-ой, сколько советской власти-то быть. Никто ничего не мог сделать. И Господь сохранил. Я даже не знаю, как бы это брился. Да, меня брили. Я руки опущу и... Брили, в лагере был. Но без бороды вернулся, я в храм не пошел, пока борода не отросла. А священники ко мне на дом приезжали. Я это тоже доказал делом, выполнимо. Давыд-то не запустил их, и они сидели там в Иерихоне, пока растут бороды, растут. У меня точно так же. Ну это, борода это как девственность. Если она есть, то ее ценят, а если ее нет, они ее и не ценят в итоге. Да, вот так. Почему они нападают? Потому и нападают, потому что блудодейная ересь, как протопоп Аввакум сказал. Раньше, Алексей сказал, не было духовных альтернатив, и поэтому апостолы так только рьяно говорили, так обличали, ну и другие святые мученики. А сейчас мир, как бы он нейтрален к Богу, а вы все равно продолжаете, как раньше, говорить. Почему? Потому что закон остался тот же самый. Никто его не менял. Это они придумали. Кто живет по стихиям мира, говорит, а не по Христу. Писание говорит, не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчи. Первое послание Иоанна. Нет любви в нем. Это доказательство. Надо еще-то искать. Прямо показано. Я люблю Господа, не допуская никаких изменений.
И думать надо, какой человек, да он такой, да не выдержит, да. Глупости. Нам у батюшки первый год было такое, подойдут. А мне там батюшка разрешал не поститься. Батюшка говорит, а у меня прав таких нету. Да и у того тоже не было, кто вам разрешал. Ну, это самое дурство. Ну и проходит время, уже сейчас никто не просится. Перестали, ну, без молока нельзя, без курочки нельзя. Оказывается, все можно, и живут, и... Да, конечно. Так что здесь, ну, придирка, зависть. А у меня борода плохая такая, маленько растет, маленько нет. Это ты кому говоришь, что мне это не надо знать? Это ты Господу претензии предъявляешь. А почему я родился не девочкой, не мальчиком? В этом все. В непослушании, непокорстве. Не любовь к творению Божьему. Да, к самому себе. И они только знают прелесть гордыни, а сами купаются в ней буквально. Мне кажется, если бы Игнатий Брянчанинов узнал, как учение его о прелести перевернут и как будут использовать, он бы там перевернулся. Да. Он толкует эти подвиги, которые у монахов были. Он ничего не добавляет, только делает чуть-чуть понятнее. Ну и самое главное, он-то что говорит? Он говорит, гордый и вообще плотской человек, он смирение признает за гордость. То есть, если человек смиренный, а плотской, он скажет, это гордец. Вот они так и говорят, это да, гордецы. Да, говорят. Дальше этого они не идут. И нам смотрите, говорить не о чем. Мне никто не уполномочил разбирать их мотивы, а почему они так сказали. Да безбожники. Так это же есть осуждение. Вот это вот и есть осуждение, когда ты же не знаешь внутреннее человека, а говоришь о том, что он прелести. Ну не знаешь ты внутреннее у него. Может он плачет там, когда ты не знаешь. Может он видит себя всех отдельно, но не говорит об этом. Видит себя всех ниже, но не говорит об этом. Ты же не знаешь, но судишь об этом. Вот именно. Они-то судят о вас. Они же не знают, что у вас внутри-то. Они видят внешне, как вы это говорите, и на основании этого судят. Ну а внешне-то что, оно не соответствует внутреннему? Ну нет, они видят, что вы так это, как бы можете очень жестко сказать, и они это принимают, что раз вы так говорите, вы осуждаете. Вы, допустим, скажете что-нибудь про человека, хотя это открыто, что вы говорите. То есть это не то, что вы додумали. Ну я сказал, курить нельзя, 12 лет жизни обрежется, я еще сужу его, он мертвец стоит. Мне нужды нету, но я ему должен сказать. Ну вот именно. В одном помещении, чтобы не курил. Да. Антоний Сужский, как вы к нему относитесь? Ну как отношусь? Никак я к нему не отношусь, потому что мы не рядом, тем более он умер. Проповеди у него хорошие, он работал. Где-то даже молодежи попали, попался, чуть не расстреляли, в сопротивлении был, но он никого не убивал. А там митрополит, если бы он был в России, да, патриарха Алексея Первого, то его бы избрали патриархом. Он очень известный, княжеского рода, знает языки разные, ну то есть подходящая фигура была. Ну да. Я его переписывал, его проповеди я на пленках распространял, записывал и распространял, как я к нему отношусь. Вот так я отношусь. Ценю. Тиражирую. Вот и все. А архимандрит Рафаил Карелин, который в Грузии. Вы читали его? Ну и что? Ну вы читали, да, его вообще? Ну, что-то читал, может, даже не могу вспомнить. А, ну, если так, как, просто тоже. Конкретно, что его там? Нет, ну как вы просто тоже относитесь к его трудам? У него же тоже хорошие книги. Не знаю, ответить не могу. У меня ничего сейчас нету, и мне не до этого. Я самое хорошее успел в себя вобрать. Это Златоуст, Василий Великий, Григорий Богослов, труды святых отцов, добротолюбие. Я сам все это насчитывал. Ну, какую оценку давать? Я себе взял, что это хорошее дело. Ну, то последний вопрос задам. Вы говорили, вот вы молились, мы молились об Алексее, чтобы и вам Бог открыл, что сказать Алексею надо. Так вот, вопрос, в итоге-то вам Бог открыл, что ему сказать, или так это и осталось без ответа? Что сказать ему? Да, 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 да. То есть сказали, мы были вместе, я показал, он сам сознался, веры никакой нету. Ему это не надо, он даже когда были в парке, он сказал, мне это ничего не надо. И все.
Вот чтобы были так, чтобы я был в галстуке там, и как он, и дальше тысячи, тысячи людей придет, а то может и миллион. То есть ставка какая-то как бы на меня была поставлена, ну это уже крайне. Ну да. Предел. Никогда я на это не пойду. Я на своем месте сижу. То, что я делаю, это как раз по мне. Мне не было такое, чтобы я день прожил и нечего было делать. Даже сейчас вот на пенсии в 20 лет не было ни одного, чтобы я не знал, что делать. Сейчас лежу, деревья там вот, подвязывать надо, потому что они до земли склонились. Уже работа есть. Ну и так во всяком любом деле. Надо быть востребованным и быть благодарным. Не знаю. Не знаю, где это во тьме ходит. Ну ладно, Игнат Тихонович, благодарю вас за ответы. Да, слава Господу. Слава Иисусу Христу. Мы рассуждаем, потому что все это пройдено. И мы знаем, лучший щадящий вариант, именно щадящий, чтобы по силам было, это Святая Библия. Если они смогли, Павел говорит, порабощаю, смиряю мое тело, порабощаю, порабой делаю. Пускай они покажут, кто порабощает. Это касается еды, работы, сна, абсолютно всего. Я порабощаю, вовремя отойти. Я каждое воскресенье говорил 4 проповеди, за службой 2 раза. И в один раз отсек, и больше нет. Стихи сколько писал лет, 8 лет непрерывно. Стихотворение это 3457 стихов. А теперь у меня ничего этого нету. Я не потому, что я занимаюсь другим, занят. Я очень занят. Записывается, когда можно выйти, вот вы написали, ну вам тут в первую очередь. Общее дело делаем. Ну, спаси Христос. Аллилуйя. С Богом. С Богом. Я с Татьяной Ильиничной созвонился. Завтра уже курьер подъедет, и вопрос этот с книгами решится. Благодарю вас большое. Да, слава Христу, слава.